Демократическая партия Казахстана «Ак-Жол» объявила творческий конкурс «Мушайра», посвященный 550-летию казахского ханства. Таким образом, партийцы решили поддержать политику воспитания у молодежи чувства патриотизма и любви к родине. Также данный конкурс говорит о том, что партия «Ак-Жол» не только лоббирует интересы предпринимателей, но и бережет духовные ценности народа. В конкурсе могут принять участие все желающие казахстанцы. Итоги будут подведены в конце года. Призовой фонд составит 3 миллиона тенге. За эти деньги определенно осуждаются места специальные, и участники могут принять участие в любое время. То есть здесь цель этого мероприятия, как бы самое главное, чтобы поднять патриотизм в сердцах граждан Казахстана и обучать их любить свою родину и культуру, всего остального.